Подведены окончательные итоги выборов депутатов ЗСК 6-го созыва. По партийным спискам наибольшее количество голосов, более 70%, получила партия «Единая Россия». Благодарность за поддержку и высокий уровень доверия жителей Кубани единороссы провели в краевой столице митинг. В Краснодаре представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали своих сторонников и избирателей с тем, чтобы поблагодарить их за поддержку, оказанную на прошедших выборах. Перед собравшимися выступил лидер общекраевой части списка по единому избирательному округу, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов. В июле месяце мы провели отчет перед избирателями Краснодарского края, отчитались за 5 лет. А по сути дела это был не только отчет Законодательного собрания края. Это был отчет о работе всех органов власти государственного и местного самоуправления на территории Кубани перед своим населением. И мы получили положительную оценку. Это говорит о том, что удалось выстроить взаимопонимание, удалось выстроить совместную работу и власти, и населения на благо и Кубани, и России. Вновь избранный депутатский корпус должен не только сохранить достижения прошлых лет, но и приумножить, уверен Владимир Бекетов. Жители Кубани оказали высокое доверие партии, и новый созыв краевых парламентариев должен сделать все возможное, чтобы его оправдать. Я благодарю всех, кто принимал участие в этих выборах. И обращаясь к избранным депутатам, хочу напомнить, как и сказал лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на следующий день после утверждения результатов голосования начинается реализация наказов избирателей. И нужно сделать так, чтобы, как и в этот раз, было не стыдно встречаться с избирателями, чтобы было о чем рассказать и получить положительную оценку. Напутственные слова избранным депутатам сказали и жители Кубани, пришедшие поздравить своих представителей в краевом парламенте 6-го созыва. Пенсионеры, ветераны, студенты, представители бизнеса. Жители края уверены, что именно вновь избранные депутаты смогут представлять их интересы, принять те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе и в стране в целом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».